приехала покататься. Знаете, это уже после урагана. Да, в Москве еще не было вообще такое. О, как загибает, смотрите, что. Можете себе представить, да, чтобы было, если бы я поехала, это было бы, наверное, очень ужасно. Но Бог меня уберег. И потемнело, а потом уже вот это все началось. Так двигаются, смотрите. Ветер сильный дул, такой сильный, что аж ломались ветки, летало белье с чьих-то веревок. Я даже видела какой-то одеяло такое большое. Вот смотрите последствия этого. Например, да, вот такой вот кусок ветки. Там вот еще немного, но тут еще ничего. Сейчас одно место приезжало, было столько сломанных веток. Ого-го. Так вот, вот. А знаете, как все произошло? Я сегодня, значит, редактировала видео, но, как всегда, у меня ежедневная работа. Редактировала ролик свой очередной. Вот. И случилось так, что... Так, давайте сюда проедем, смотрите, такая дорожка. И после, соответственно, редактирования я планировала развеяться, проехать, покататься, отдохнуть. Разумеется. По-моему, дорогу никуда не ведет, черт, здесь грязь. В общем, развеяться, отдохнуть, да, разумеется. Но перед тем, когда же еще все так потемнело, буквально что-то у меня начала голова побаливать слегка, не сильно, но все же. Вот, еще тоже упала в сторону. Потом смотрю, потемнело. Вот, реагирую я на все эти погодные условия. Потемнело, все, я поняла, сейчас будет что-то плохое. И потом, как вот это началось, я в шоке, так ломала деревья, блин, их было просто тупо жалко. Окна ходуном ходили, ну, естественно, все закрыло, тогда перестали. А именно в открытом состоянии вот так, знаете, двигались, кошмар. Но сейчас зато очень-очень хорошо, тепло, в принципе, я выехала даже вот в одной футболочке. А в итоге, ну, знаете, когда стоишь нормально, даже жарко, да, вот в этом плаще. А футболке было тоже нормально, но когда я поехала, рукам, конечно, было прохладно. В итоге я все-таки решила плащ одеть. Тем более деревья покапывают, остатки влаги там сейчас на листиках, разумеется. Такое место вообще класс. Потому что сейчас получаю огромный кайф от прогулки. Сейчас, знаете, сколько времени? Ну, где-то без 15:07, я думаю, вечер. Еду, наслаждаюсь вот этой вот дорогой. Конечно бы, если бы еще и не шум машин, вообще было бы великолепно. Птицы заливаются. Дорога сказочная. Знаете, мне почему-то такие дороги что-то напоминают из детства. Ну, приятно, разумеется. Листиков много. Хочу обратить внимание, здесь не так уж много всяких веток валяется. Ну, вот прям по мелочи. Я, честно говоря, думала, в парковой зоне вообще будет все повалено, ситуация хуже, но нет. Ситуация даже лучше. Заехала тут в одно место, хотела проехать, а там, вон, видите, береза завалилась. Она такая, видимо, у нее три ствола было. Вот, трехствольная. И вот так. Это вот, видимо, после как раз-таки сегодняшнего события. Здесь так классно пахнет березой. Так по-природному. А вон там, ну, я не знаю, забыл кто-то или просто гады намусорили. Сейчас покажу. И там еще в кустах кто-то сидит. Как мокро. Так вообще здесь дорожка, в общем, проходила. Ну, она проходит, конечно, но теперь она заблокирована. Жаль, я любила там кататься, но теперь не знаю, как это все убирать будут. О, смотрите, что это у нас тут. Сбитень с клюквой. Так что вот такая беда. Эх, эх, дерево жалко. Я уже даже туда не пойду. Мокро там и грязно очень. Ну, вам прекрасно, да, отсюда видно, насколько сильно валяется это дерево. Лужи тут прям. Ну, это не лужи, ну да, наверное, лужи такие огромные. Вот так.
Я сейчас проехала вот по этой грязи. Да, это было не очень приятно. И проехала уже несколько вот таких вот деревьев. Да, я была права. В парковой зоне все просто ужасно. Хотя здесь вот рядом дорога, но все равно уже парковая зона. Вот так вот с корнем просто вырвала деревья. Даже из асфальта. Вы вот можете себе представить вообще, что было сегодня? Самый настоящий ураган. Вот так прям выдрала. И такие деревьев, наверное, встретила. Ну, около 4 штук. Вы представляете, сколько пострадало деревьев? Вот. Но эти, наверное, послабее, видимо. Здесь корневая система, наверное, более слабая. Или, может, молодая. Поэтому не удержала. А у тех, скажем, посильнее. Но очень жаль деревья. Очень. Ой. Такая вот сила была сегодня ветра. Так, еще вам хочу кое-что показать. Мне просто вызвало чувство ужаса подобное. Как так можно быть такими свиньями? Вот это вот, смотрите. Пожрали и просто вот так закинули под куст, там пакеты пластиковые и так далее, тарелки вот эти вот, вилки. Жуть. Ну ладно, банан. Лучше, конечно, было бы на почву бросить, он еще дает перегной. Вот это все. Это капец. Ой, все, надо садиться на велосипед, потому что дальше я уже не пойду. Там грязно очень. Не, ну вот это просто нонсенс. Деревья прям завалили забор. Коробка тут была нормальная. Вообще. Да, много работы будет. А, ну, в общем, я покаталась замечательно, да, провела чудесное время на улице. И, вы знаете, пришла, значит, постудировала информацию по поводу вот этого урагана, да, его последствиях. И, как оказалось, на сегодняшний момент, значит, смотрите, 11 людей погибло. То есть деревья жалко, вы представляете, еще люди погибли. И 40 человек раненых. Одного там убило остановкой, да, Дим? Это вообще нелепая смерть. Просто идешь, и на тебя остановка налетает. Кошмар. То есть налетает. Представляете, остановку вырвало, и она пролетела. Это капец, это же металл. Это тяжеленная остановка, и это ужасно. И вы знаете, вот если честно, меня Бог уберег. Я вам сказала ранее, что я собиралась, значит, как отредактировала ролик, собиралась выезжать. Тогда вот прям солнце светило. И если бы я выехала раньше, то неизвестно, чем бы для меня это окончилось. Точно так же там и меня куда-то снести могло, и дерево на меня могло упасть. В общем, все что угодно. Короче, ой, ужас. Я сейчас на машине, да, отвечал? Ну. И, короче, увидел, Дима, столько там повалившихся деревьев. Да. Вот на самом деле у нас там прям много стоит. Угу. Там прям хм. Поваленных деревьев, да. Ну я еще тоже там показываю. Просто два гигантских таких дерева. Угу. И кстати, где остановка убила, это же как раз недалеко было там. Где... Недалеко от того места, где ты был, да, отдыхал? Да. Да, просто Диман ездил в гости. Так вот. И там недалеко от этого места. Кошмар просто. Конечно, соболезную очень родственникам. Ой, еще там это Саша был. Кошмар. Короче, он был там в одном месте, и там прям это смерч такой накручивался. Ужас. Там машины прям стояли, и смерч над ними начинал накручиваться. Это он видео нам показал, он снял. О, видите, как хорошо. Кошмар вообще просто. Там еще в каком-то месте прям это... Там вода, короче, была, и много машин как бы ездило. Там прям такой поток небольшой был. Ужас. Короче, довольно неприятная погодка. Фу, неприятная, да, мелочи. Но, то есть вот из-за такого даже погибли люди. Я реально очень соболезную родственникам. Это же такой кошмар, правильно Димон говорит. То есть не то, что даже нелепая смерть, а вот... Ну, казалось бы, да, там, откуда этот человек с работы возвращался. Или что, куда-то шел, в магазин. И тут раз,
вот это все началось, и вроде никуда не денешься, да, он, может, пытался куда-то уйти, ветер был, если настолько сильный, то понимаете, что этот ветер был способен просто поднять и унести куда-либо человека, а не то, что там, да. Не понимаю, как ни один человек не улетел, ведь аж остановка. Да, вот, вот действительно удивительно, что как ни один человек никуда не улетел, если учесть, что даже саму остановку, да, такую, которая уж потяжелее будет человеком, унесло, а человека нет. Ужас. Котик очень соскучился. Когда Дима у нас уезжает куда-нибудь, кот очень скучает, он прям начинает плакать. Вот сегодня он тоже плакал, говорил с Реми. Вот так, да. Ну, он вот очень прям скучает, начинает. Ко мне пристает, конечно, как ребенок маленький, типа от меня начинает требовать какого-то внимания, как-то успокоить его. Вот, пока Димы нет, очень он скучает, конечно, без Димы очень. Ладно, в общем, на этом ролик закончится. Такая вот трагедия, это ужасно вообще. Что тут скажешь? Ужасно, правда, Дим? Кошмар. Надеюсь, из тех, кто меня смотрит, ну, что у вас все нормально.